Хей, всем здорово, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайн. Мы продолжаем с вами играть в Rome 2 Total War за Карфаген. И у нас серия сразу же начинается с противостояния между Карфагеном и Египтом. Египет осадил Иерусалим, который мы недавно с вами захватили, и он попытается организовать контратаку и вернуть провинцию себе обратно. Мы должны постараться этого не допустить, поэтому сразу переходим к атаке. Так, как всегда, выбрал компьютер нам самую лучшую погоду. Уже к этому нам не привыкать. И посмотрим, так, что нам, собственно, оборонять? Ага, рынок будем удерживать с вами. Так, ну давайте тогда тут мы ставим пикинеров. Жалко, именно их потравили нам, конечно, серьезно так. Я думаю, нет, наверное, знаете, что мы не будем их тут ставить. Тут мы поставим два отряда пикинеров, а сюда мы влепим все-таки копейщиков. Все-таки они тут будут немножко полезнее, чем... Так. Должны мы постараться отбиться. Так, у нас тут застрельщики есть. Побитые войска есть. Да, слоников мы вот тут вот пробуем вывести. Так, они будут штурмовать, слушайте, нас с двух направлений сразу. Попробуют нас задавить числом. Так, включаем взрывные снаряды. Подходят свежие силы. И еще силы подходят. Ну, вообще великолепно, слушайте. Так, египетская пехота. Средняя. Ну, тут войска, конечно, немножко попроще. По сравнению с тем, что было у нас у конфедерации кельтов, мы разобрались довольно-таки... Нам там было попотнее с ними биться. С Египтом, вот по первой битве, когда мы захватывали их город, как-то гарнизончик у них особо не устоял. Вот мы начали уже обстрел. Так, откуда подкрепление? Тоже сзади, да, идет подкрепление. Как раз там, где мы поставили наших пикинеров. Готовимся дать им отпор. Так, наша конница вся удрала подальше. Ну и замечательно, пускай там стоят. Подождем, пока начнутся столкновения у нас на улицах города. И там мы уже задействуем нашу тяжелую кавалерию. Зайдем в тыл, нанесем удар, сломим врага, и победа будет близка. Тогда. Так, может эти вот этих, смотрите, они грустят. Вот тут вот так дополнительную линию обороны сделаем. Всадники за стрелочки. Так. Всадники. Ой, ребята, слушайте. А здесь дыра. Здесь дыра в обороне у нас. Побыстрее надо залатать ее. Я забыл, тут 4 подхода ее. Тут надо было вот так вот нам ставить вот войска, скорее всего. Тогда было попроще. Ну ладно, мы в принципе сможем, когда они соприкоснутся, то тоже в битве
Мы их обойдем, попробуем в тыл ударить. Пикинер, ёпт. Давайте, открывайте огонь. Или не достаете. Ну? Ну, чё ж стоите-то? Давайте, залп, дайте залп. Давайте, 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 давайте. 7 человек завалили, еще залп. Ну давайте, не стесняйтесь. Ой-ой-ой, сколько там пикинеров идет. Хера себе, ребята. Да. Ёпт. Всех пикинеров сюда пустили. Так, а что мы будем с пикинерами делать? Они куда-то обходят нас, куда-то обходят. Стоп, обстрел. Куда-то они направляются. Сюда они направляются, прямо. Что у нас тут происходит? Что-то они, слушайте, мне как-то неохотно идут на штурм у нас. Давайте, давайте, давайте побыстрее выстраивайтесь. Остались без снаряжения. Так, кто не обходят. Ну, нам только ждать надо, только ждать и выжидать, когда все войска дойдут, начнется битва, тогда мы только их будем давить. Тут, в принципе, мы можем их уже с вами попробовать раздавить. Я думаю, у нас получится тут. Вот эти вот войска мы продавим, думаю, без проблем. Вот тут, конечно, нашим придется очень туго. Очень-очень туго. Вот сюда наших пехотинцев ливийских, все вот этих мы сотни добиваем, я думаю. Так, построим вас не айсовый совсем идет. Слушайте, немножко пошире станьте. Станьте шире, станьте в круг. Ой, тут, слушайте, тут что-то у нас граждане-всадники даже заблудились, я смотрю. Ну все, пытаемся стоять в обороне. Нашим, конечно, пикинерам достанется вот этой битве однозначно. Блин, такая темнота, даже свою битву не посмотришь, шнапка. Так, вот, отлично, давайте вот этих, смотрите, всадников. Граждане загоним в угол. Цепляем, цепляем, цепляем их, цепляем. Давайте, давайте, давайте. Все, замечательно. Какие-то пикинеры у нас стоят, что-то говорят. Царские пельтасты. Греческий скорпион там находится у них. Так, стрелы включаем, баллисты. Да, вырубили наших пикинерщиков. Ну да, тут, конечно, горячая точка. Ничего тут не сделаешь. Здесь будут потери просто адские у нас.
Вроде войска еще идут, идут, идут и идут. Так, ну мы разобрались, в принципе. Давайте задействуем наши священные отряды в другом месте, а теперь... Так, поделом все отключаем, сюда переводим. Так, потом... Так, 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 вот этих чуваков тоже сюда забрасываем. И кто еще у нас тут есть? Вот этих тоже сюда же. Сейчас будем их обстреливать с тыла. Все, поехали. Будем надеяться, что наши пельтасты. Ливийская пехота удержит их как можно дольше. Так, включаем эту штуку. Фалангу. Молодцы, рубите голову, ёпт. Так, вот этих надо гнать в шею нахер отсюда. Давайте, погнали, погнали. Наши ряды дрогнули. Еще у нас ряды дрогнули. Какая у нас битва тут, ёпта, происходит. Просто месиво, посмотрите, бошки летят, руки летят, тут все, посмотрите, там рубят мясо просто. Так. Как там поживают? Все подошли. Выдвигаемся. Выдвигаемся, ёп. Ой, как щемят, слушайте, смотрите, как щемят. Просто продавливают их. Надо побыстрее, побыстрее. Вот этих можно, кстати, на конец попробовать затащить. Вот, давайте, поехали. Так, туда близко не подходим, там еще греческий скорпион находится. Он тоже даст просраться нам. Так, а тут еще здесь слоники ходят. Нифига себе. Все, пращиков египетских цепляем. Не получилось у них удрать от нас. Сейчас начнем масштабный обстрел ее. Так. Включаем стену щитов, вот я думаю. Все уже доделано, все обстреливаем. Давайте, 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 сейчас наша конница подойдет, вот они что-то на нас побежали. Офигели, чуваки, страх потеряли. Все, давайте возьмем вот так вот священные отряды, сюда выставим. Ух ты ж, ёпт, посмотрите, блин. Вот это мы с вами пропустили. Колесницы заехали к нам прям в тыл.
Охереть. Давайте, давайте, ну побыстрее. Хватит там возиться с ними. Давайте, переходим в раш. Давайте, 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 давайте. Блять, эти все встали у нас. Смотрите, они все встали какого-то хера. Конница подошла, не дают нам продвинуться на помощь. Не хотят, чтобы мы их окружили. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Да, вот реально, кстати, вот, вот эти две колесницы, они, конечно, порешали наших жестко. И все, наш план по обходу в тыл провалился просто с треском. Нет. Просто мы не учли что-то конец этой. Ну что ж, давайте, да, не знаю, слоников наших отпустим тогда уже. Пробуем до последнего давить их. Прожимаем напор, входим в толпу нафиг. И все, и давим их. Наши бегут с поля боя. Какой посол? Нашего военачальника напали. Совсем не работает наша конница, что-то. Да, как мы так колесницы-то пропустили? Надо было кого-то тут подстраховать, оставить. Давайте, 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 побыстрее. Ну, ё-моё, легкая конница. Вырезать копеечки не могут конницу. Давим, 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 давим. Наши баллисты, кстати, тоже вырезали. Все отлично, разобрались. Наконец-таки. Наконец-таки. Я уже думал, сегодня не вырежут их. Этих сносим, чуваку. Блин, вот опять остановились они, смотрите. Мы их отправляем, они останавливаются. Все, давим. Вот этих додавливаем. Ну, вот эти чуваки, слушайте, они что-то по нашим шмаляют тут. Греческий скорпион, давайте его вырежем. Чтоб не лазил. Так, около побежали. Наемную пехоту-то вырежьте толпой. Ого. Тут подрапали, блин, в большинстве. Давайте, 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 атакуем. Так, тут у нас как дела? Наши бегут с поля боя. Так, какой вроде как посол. Мы немножечко их давим. Тут единственное, нашей конице сейчас жарко будет. Давайте их убираем. Так, вот этих сюда кидаем. Все, входим, входим там. Давайте, давайте. Давайте, давайте, они что-то запаниковали, а у них полководцев нет. Как у нас. Блин, в самом конце погиб наш военачальник.
довольно-таки жесткое сопротивление нам они оказывали. Но мы все-таки кое-как, но делали их практически. Царские пельтасты там остались. Давайте их окружим, добьем. Все, давайте в круг их берем. И с большими потерями там мы одержали эту победу. Наш священный отряд затащил 259, 180, 222 и 100. Так, ну я так понимаю, вот этих чуваков надо тоже задавить нам. Что-то они не хотят. Что-то до них туго доходит как-то. Во. Слили мы всю ливийскую пехоту. Требует бабосов, еще договор не нападения. Хире или что ли? Там мы должны с вас бабос требовать. Боже мой, у нас два полководца сразу погибло, да? Флотоводец, естественно, сверть, полководец. Так. На флот. Вот этого чувака отправим. На в армию давайте. Ауна. Еще одного. Так, ну тут их надо нам на пополнение отправлять теперь. Они свое отвоевали у нас. Дожидаться надо. Так, баллисту мы пока можем нанять. Казарма у нас пока строится, возводится еще. Давайте здесь прогуляемся нашим флотом. Так, потом вот этих давайте добьем. Вот так вот. Замечательно. Тут у них остатки остались, можно их сейчас протравить, хорошенечко вот так взять. Так, вот этого убить чувака. Это из-за него у нас многие войска подохли. Так, ну и вот это дело захватить теперь можно. Да. Смотрите, как гарнизон мы траванули. Нихера себе, и слушайте. Жесткие, однако, шпионы. Единственное, мы захватили город, но мы не знаем, что нас ждет там, в тумане войны. Какие силы там находятся вообще. Вот, вот этих мы можем отправить. Вперед, на помощь, вот сюда. Потом... Что тут у нас происходит? Как всегда, издеваются над нашими агентами. Египет что-то начал какие-то потери нести у нас. Вот наш флот подошел, кстати. Прям вовремя.
Заказное убийство давайте организуем. Не получилось. Поможем понести потери. Так, тут мы вот это все сносим. Ну и закончим наш ход. Так, маган. Так, так, так. Сейчас ранг повысим ему сначала. Так, и вот этих мы забыли передвинуть с вами еще разок. До Сирии мы их дотянули. Ой, какие слоники. Я хочу этих слоников. Так. Вот этих чуваков мы наймем. И слоников, слоников. Я хочу слоников, но нам надо единственное тогда кого-то распустить. Я вот этих распущу. И два отряда вот тех сирийских слоников. Они вообще жесткие-жесткие твари. Вот и сюда баллистов. Это мы все на автобое давайте захватим. Вот так вот. Нашли, кому войну объявить. Ёпт. И, кстати, это не мы же объявили им войну, это нам объявили войну. Мы только теперь мстим им. Так. И у нас до победы остается 4, надо прибрежных города захватить. Совсем малость. Раз, два, три, четыре. Да? И объединить эти все провинции. И тогда у нас победа в кампании будет, по сути. Так, они требуют вступить в войну с Маскатом. Идите нафиг. Ветеран-наемник у нас. Наемники, там куча агентов получила свои ранги определенные. Давайте сейчас мы их раздадим. Так. Кто у нас тут еще? Вот, на минус содержание. Как раз наемникам пригодится. Такая плюшка. Мне не терпится его бой отправить какую-нибудь уже. Так, 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 так. Вот. И вот сюда на разведочку давайте сгоняем, посмотрим, что тут у них. Так, тут, кстати, у них особо-то и сил никаких нету. Мы можем все это дело легко захватить с вами. Замечательно. Надеюсь, эти чуваки не захватят территорию нашу. Мы хотели ее владеть. Овладеть хотели ее. Так. Агентов отправляем вперед. Давайте посмотрим, что там у нас в Александрии происходит. Ага, не смогли мы их задавить с вами. Так.
Ранили мы их. Так, немножко они тут восстановились, я смотрю, после недавних событий. Вот у них, по сути, там военной силы практически никакой не осталось. Как, кстати, у нас тут дела вообще происходят? С Арьерами у нас отношения нейтральные. С Массилией пока более-менее дружественные, да? Как тут дела? Давайте посмотрим. У Степной Орды давно мы не смотрели, что тут у них происходит. Собрали, я вижу, они новую армию, да? В Актау. Тут Бактрия тусит. Ну, в принципе, нормально они держатся, кстати. Я довольно-таки удивлен при том, что они имеют три провинции. Они реально дают люлей им. Опять вырезали нам полководца, твари. Ну, жалко, да, терять, конечно, полководцев-то прокачанных. Наш убит. Так, ну куда вы удрали? Идите сюда. Не достанем мы до того флота, который от нас ушел. Так, вот этих, наверное, прежде чем мы будем атаковать, наверное, надо протравить нам хорошенечко. Да, вот так вот. Ой-ой-ой, там гарнизон. Ну ладно, мы, в принципе, рядом восполниться сможем. И все, Кирену нахер отбираем у них. Доигрались, чуваки. Это уже не шутки, это война. Так. Что там, подождите, еще осталось? Сегодня у нас не распределено. Ага. Так, ну мы, в принципе, тут даже можем восстановить наши войска некоторые. Так. Кого еще? Кого еще? Кого еще? Так, баллисту. Так, ну давайте, не знаю, может, дополнительного... этого наемничка возьмем, конницу. Все, пускай перестроится. Так, тут, кстати, территорию вроде как не успели отжать. Все, забираем ее себе. Замечательно. Так, доход от торговли, казармы, ну пускай казармы здесь будут. Ready for orders. I want...
Так, что мы тут уже можем нанять хоть кого-то? Восстановить обратно-то. Так, вот сюда давайте слоников тоже наберем, вот этих красавчиков. Я бы сюда даже, если честно, тоже слоников набрал. Вот вместо вот этих. Все равно мне не нравится. Вот сюда тоже слоников. Сюда нельзя, да, нанять уже слоников. Закончились на этом слоники. Сирийские лучники, ёпт. Эти чуваки тоже жесткие. Тут мы можем нанять сирийских лучников. Вот тут давайте два отряда сирийских лучников. Карфагена, кстати, такая довольно-таки... Есть проблема в стрелковых отрядах. По сути, кроме застрельщиков, больше никого у них нет. Договор не нападение. Да идите нафиг, слушайте. Войска голодают малость. А тут мы даже как-то так получилось, что слились. Флот мы как-то свой тут потеряли немного. Но там у нас флот набирается пока. Тут мы восстановились тоже. Надо вот эту провинцию нам укрепить. И сюда на границу поставить вот этих тоже красавцев. Вот так вот. И вот этих агентов надо тут повырезать, чтобы они не шатались у нас в тылах. Не пугали наше население. Все, замечательно. Замечательно, мы молодцы какие. Как мы прессанули-то их. С Химьяром, тем причем мы добились с вами дружеских отношений даже. И с Химьяром тоже мы добились дружеских отношений. Кстати, еще не открылись нам лучники. Вот такие вот чуваки, да, открылись они у нас тоже. Вот так вот. Сирийские лучники — это вещь. Я бы сюда вот тогда уже, раз уже так пошло, да, вот сюда бы тоже нанял бы слоника. Вот такого. Кстати, вот это лучшие слоны в Total War, как по мне. Бронированные. Селевкийские слоны. Так, а тут у нас лучники не появились тоже? Нет, не появились лучники, тут только слоны наемные африканские. Так, ну тут нам явно, смотрите, столько вот этого говна военного не нужно в этой провинции. Компьютер очень тупо застраивается порой. Вот Египет уже просит у нас мирного договора.
Так, форума тут возвели. Давайте их сразу же застроим. Так, вот такой вот примитивной схемкой мы их. Да, вот так вот мы их взяли и застроили. Пусть мы потихонечку тут наймем вот таких вот лучничков тоже замечательных. Все, сюда возвращаемся. Что нам там бактерия это не угрожает нигде, у нас тут армии, видите, пограничные пооставались. Мы их специально тут раскидали. Ух, слушайте, степная орда второй стак набрала. Ну, ненормально, кстати. Дают жару потихонечку. Как там у Арвенов дела? Давайте вообще посмотрим карту в целом. Что вообще у нас происходит? Так. Вот так вот. Во. Смотрите. Офигеть, да? Такие сверхдержавы пооставались. Даже кого можно выделить? Ну, Ицена, в принципе, их можно выделить. Все-таки они, у них под властью вся Британия находится. И они потихонечку высаживаются в Европу, то есть Бельгику захватывают они. Подождите, давайте посмотрим по дипломатическим отношениям, с кем они воюют вообще просто. Ага. С эстами воюют они. Да? Потом кого можно выделить? Арверны, да? Тоже довольно-таки очень разрослись. Вместе находясь в союзе с Массилией. Самое что интересно, кстати, галлии в основном всегда воюют с Массилией. То есть, а в этот раз они в союзе у нас попались. Ну, естественно, мы, да? Практически сколько? Ну, 60% карты, я думаю, мы занимаем. Новый Карфаген, наши протектораты, да? Египет за Степную Орду я уже не могу выделить как сверхдержаву, потому что, в принципе, Египет-то мы с вами вместе дожимаем. По сути, мы скоро их разобьем. Ну и Бактрия, с которой мы ведем тоже войну. Пока не активную, но как только мы закончим войну, естественно, с Египтом, мы переключимся уже на Бактрию. Ну, а на этой ноте, я думаю, мы закончим нашу эту серию, да. В следующей серии мы обязательно с вами постараемся уже дожать Египет и займемся Бактрией. С вами, как всегда, на связи был Брайан. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики, посвященные вселенной Total War. Обязательно оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Всем удачи! Увидимся в следующем ролике.